Курагинской детской школе искусств исполняется 60 лет. Осенью 1963 года музыкальная школа распахнула свои двери для желающих приобщиться к миру музыки. Первых учеников было 25. Они занимались в классах игры на фортепиано и баяне. У школы еще не было всего нужного оборудования, но главное была атмосфера домашнего уюта и доброты. Дети с большим желанием посещали уроки. Шло время, улучшалась материально-техническая база школы, пополнялся педагогический состав, в том числе и из бывших выпускников, увеличивалось количество учащихся. С самого начала образования музыкальной школы в ней трудились увлеченные, творческие, преданные искусству, любящие детей люди. Елена Ткачук, Майя Бездворных, Иман Шошин, Маргарита Ильина, Ефросинья Туранова, Александр Волков, Борис Любич, Галина Турчина, Иван Маркин, Людмила Шаронина, Жанна Пичуева, Александр Снегирев, Людмила Лукина, Елена Польская. Сегодня, когда Курагинская детская школа искусств отмечает свое 60-летие, в ней познают прекрасное 277 учащихся в возрасте от 5 до 17 лет. С ребятами занимаются 13 преподавателей, из них 5 – специалисты высшей квалификационной категории, у всех других – первая категория. Половина преподавательского состава школы – ее бывшие выпускники. Обучение в Курагинской детской школе искусств ведется по трем направлениям – инструментальное исполнительство, хоровое искусство и хореографическое искусство. За 60 лет более 1000 курагинских ребят смогли приобщиться к миру прекрасного. Получили свидетельство об окончании музыкальной школы 611 учащихся, а 104 стали профессиональными музыкантами, преподавателями музыкальных школ, музыкальными руководителями в детских учреждениях, артистами и руководителями творческих коллективов России. Каждый год 1 сентября, как и 60 лет назад, в школу приходят маленькие дети, чтобы открыть для себя новый мир, волшебный мир песни, музыки и танца, который наполнит их души светлой радостью и добротой.